Ребят, смотрите, лед, пиво упало вон. Охренеть. Короче, сегодня ночка будет вообще жесть, замерзли. Сейчас погреемся и снова пойдем на поле. Находки на поле, в принципе, есть. Несколько монет, и это уже зачетно. Так что сейчас немножко согреемся и пойдем. Стоять! Сырно! Завтрашний охоты. Всем спать. В общем, завтра проснемся и отправимся на огороды. Если огороды нам, они дадут точно, мы все равно приедем сюда ночевать и продолжим ночной клуб. А сейчас, пожалуй, наверное, спать. Еще раз спать. Так что ладно, завтра встретимся. Доброе утро, ребят. Я пока себя не показываю, так как опухший. Проснулись, а у нас на окне, смотрите, ребят, первые заморозки. Лед. Замерзли сегодня жутко. Да. Так вот. Люди у нас там уже начали подниматься. Здорово, ребят, здорово, здорово. Ладно, будем сейчас подниматься. Чаек, горячий кофеек. Итак, ребята, проснулись, позавтракали и отправились на наше запрещенное поле. У Женьки копеечка царская. Вот. Другие комрады пока пустые с утра. Но у меня находка вот на выпала. Смотрите, какая. Надеюсь, это серебро. Вот, сразу смотрите, видно клеймо. LM. И пробы какие-то есть, но не знаю, серебро это или нет. Вот такая зачетная ложечка из белого металла. Заберем. Серега пуху потыскал. Ох, смотрите, какая бодренькая. Сзади надпись. Стрелы и труп. Почтальон ходил, разносил по этой улице. И кому-то чего-то он принес нехорошее, и его порвали. Остался одна только курица. Курица прям зачетная, хорошая. Чего у тебя там тут еще? Да, это монет. Пищал, как монет. Ну, не густо. С утра не густо. Вчера все выпало, да? Вчера. Итак, ребят, от нашего лагеря совсем чуть-чуть. Здесь проходили миллион раз. И вы знаете, вот в этой ямке, вон на донышке лежит круглая монета. Монета была поднята Серегой, эксплойер. В принципе, не глубоко, но монета, смотрите, какая. Ух, какая. 2 копейки, 1801 год. Павел Первый. Вообще бодрая такая, знаете. Прям вообще шикарная. Это первая сегодня. Да на ней даже патина ровная, зеленая. Вообще классно. Монета вообще хорошая. Вообще зачетная. Единственная сегодня первая удачная находка. Мои поздравления. Но не последняя. Да, не последняя, это точно. Мы с ночевкой, так что находки будут. Вот, дай. Смотри, обурили меня. Рядом с двушкой запарковались все. Говнюк, ёпты. Держи, говнюк. Идем дальше, смотрим. Итак, ребят, ну и у меня наконец-то долгожданная царская монета. Но с Серегиной не сравнить. Это у нас копеечка. Год 1902. По-моему, второй. Вот такая. Вроде неплохая монетка.
чистка покажет. Ветер ужасный, и я пытаюсь камеру как-то спрятать. Отдохнуть надо, походить по верхам. Друзья, хочу сделать маленькое объявление. Когда на ваших экранах появляется это означает, что вы можете принять участие и забрать монету, выкопанную на этом видео. Правила просты. Любая цифра в комментарии от 1 до 100 и первый правильный ответ – победитель. Всем желаю удачи. Кстати, как стемнеет, мы зайдем вот на этот распаханный участок. Днем почему не залазим? Потому что фермер как бы ругается. Так что ладно. Итак, ребята, втроем, не, вчетвером, не, впятером с Кингом мы ходим. И вот первая удача улыбнулась Женьке, нашему фартовому. Это монета копейка Александра II, 1856 год. Вот еще отсюда. Вот она так. О, ни хрена себе, ёпты. Тоже с поля. Вот это да? Че это? Какая-то накладка. Телетов. Ребят, есть у кого информация по данному случаю? Смотрите, телетов. Телетов. Кран. Написано кран. Наш кран. Вот такая вот диковинка. Классно. А я только пришел и, в принципе, знаете, классно. Успел на монетку. Рустик с Татьяной уехали, к сожалению. Вот. Но, в принципе, должны еще приехать комрады. Так что, ладно, копаем, продолжаем. Итак, ребят, вон комрад у нас. Женька там поднял от подсвечника. А у Сереги, ну, копеечка, ёптай мать. Это не интересно, а вот это уже интересненько. Это у нас пуговка орлянка. Вот это уже более-менее нормальная находка. Зачет. Зачет. Да, устал Кинг у нас. Ладно, идем дальше, продолжаем. Ну что, ребят, у Сергея опять находка. Находка. Еще не тер, да. Вот она. А, я первый ее достану. Это у нас Николаевская копеечка. Год. Так, год. 1895. Вот такая вот монетка. Вот видно. 95-й, да. Ну, такая бодренькая. А, ноги замерзли вообще. Да ноги вообще жесть, блин. А носки оденем. У меня носки шерстяные. Да? Один хер замерзает. Вообще жесть. Ладно, надо на этом пятачке крутиться. А, Женька тоже пуговку орлянку только что поднял. Так что пятачок, наверное, здесь надо бомбить. О. Здесь. Еще что ли что-то? Нет, нет. В общем, пятачок интересный, надо здесь кружить. Че это? Шулупонь. Какая-то интересная накладочка. Держу свою шелупонь. Ладно, мы пока что-то на этом поле не очень-то интересно. Итак, ребят, пришли мы погреться. Замерзли, жесть, ребят. Приодели штаны, приодели, блин, бахилы. Че только не одели, вон поменяли ботинки даже. Минус. Жесть, я двое шерстяных носков одел. На улице минус. Все, давайте сейчас согреемся и пойдем опять в темноту, в мороз. Класс. Итак, ребята, согрелись. Вон пацаны идут. Я только пришел на распашку, и первый сигнал, который я выкопал, это оказался вот между лапками Кинга. Это у нас вот такой вот колокольчик. Колокольчик, но, к сожалению, с утратами. Но все равно приятно. Это первая моя находка на поле.
Вот такой вот зачетный. Кстати, встречается керамика. Надо это место хорошо прозвонить. Может, что интересное выпадет. Ну, приятно, пойдет. Итак, ребят, Женек сейчас чуть прибор не потерял. В темноте железяку потащил. И вот, знаете, ох, это двушка Николая, 1905 год. Сохран хорош, хорош. С этой стороны вообще зачетный, окислов нету. Почиститься будет вообще зачетно. С этой стороны немножко затерто, но факт в том, что раковин на ней не будет. Монета просто при жизни. Монитос? Красавцы. Так, бежим к другой бригаде. Кто поднял? Серега? Блин. Ну, Серега, это, блин, банально, конечно. Я хотел уж, чтобы это... Илюх, ты поднял. Че там? Че там, Сереж? А, здесь тоже двушка, ребята. А, ну, здесь, конечно, это... Получше. Похуже. Похуже, чем у Женьки. У Женьки получше была монетка. Вот. Ну, мои поздравления. Монеты все-таки встречаются. Зачет. Год сказать не могу. 1900. То ли 10-й, то ли какой. Но, в принципе, пойдет. Держи, молодчик. У Сереги терка 505. Ай! Двушка! Николай? Да. Ладно, будем искать. Ай? Да, надо. Итак, ребят, там восторг. Выше предел. Что-то там Серега откопал. Вон танцы-шманцы. Смотри, что-то большое вывалил. Да ладно, бля. Походу пятак. Или шайба. Пятак. Это пятак, Сережа. Смотрите, какой сохранчик. Пятак. 1790 год. Екатеринский пятак. Вы только посмотрите, какой сахранчик, а? Орел что там? Как поживает? Тоже неплохо, да? Ну, немного затертый, но, блин, сахран, Сереж. Блядь. Сука. Мы здесь ходили и не ходили, ёпты. Да в темноте не поймешь. Охренеть, ёж твою. Вот это вам запретное поле, на которое нам запретили. Вот такой вот екатеринский. Ресурс, смотри. Да, да, да. 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 Питак, Катя. Вообще класс, блин. Серега сегодня у нас чемпион на поле. Класс. А? Питак! Питак! Не! Итак, ребята, у меня находка. Я видел, это пятак Александровский пятак 1870 года. Сохран, в принципе, бодрый. Зачетный. Вообще классно, класс. Блин, вообще зачет. Блин, Илюха ушел, замерз. А мы втроем сейчас копаем. Вот такой вот пятачок. Так, фокус, фокус. Будет, нет, сегодня. Совсем темно уже. Во, фокус появился. Сохранчик вроде бодрый. 1870 год. Красота. Вот вам и поле. Вот вам и поле. Продолжаем. Итак, ребят, идем к базе. И смотрите, все блестит. Все замерзло. Илюха, встречай чемпионов. Серега, Катин пятак. У меня пятак Александра. Я знал, что сейчас начнете. Начнете, да? Мы копаем, а ты тут чалишься. А? Нормуль, смотрите, он уже одну банку приготовил. Вторую за нашу победу. Мы чемпионы. Вот Серега прям чемпион. Катин пятак. Ешь твоя налево, а? На запретном поле. Греется, смотри. Замерз. Ладно, ребят, сейчас отогреемся. Может быть, еще раз вернемся.
Итак, ребята, у Илюхи наконец-то достойная находка. Конечно. Вот такой вот мужской нательный крестик. Такой бодрый, знаете. Рельеф четкий, не затертый. И куча, говоришь, всякой лабуды еще поднял, да? Патроны и канины. Там кони стреляли, бля. Ну, у меня такая же хрень. Канина, гильзы. Я вам их не показываю. Ладно. Может быть, сейчас кофе и в путь дорогу, потому что ветер жуткий, холодный, прям жесть. Итак, ребят, пришло время с вами попрощаться, но обзор находок делать не буду. Очень ветрено, очень холодно, и все находки я, в принципе, показал, за исключением Евгения поднял еще несколько царей, там двушки, копейки. Ну а в целом откопали нормально. Самое, что интересно, это был пятак Екатерины и пятак Александра. В общем, классно. Ну, замерзли сегодня жуть как. И сегодня мы не выдержали, решили смотаться пораньше. Так что на этом и все, ребята. Огромное всем спасибо за просмотры, за ваши лайки, комментарии. Ну и отдельное спасибо спонсорам. Так что все, ребята. До новых встреч на следующей неделе.